Святая Злата родилась и всю жизнь свою недолгую прожила в местечке Миглен, что в Болгарии. Сия невеста Христова отличалась горячей верой в Бога, целомудрием и необыкновенной красотой. Но в те времена Болгария находилась под игом турок и иноверцев с нехристианскими нравами. И вот один местный турок возгорелся сатанинской страстью к необыкновенной красоте святой Златы. Стал он настойчиво день ото дня пытаться прельстить девушку и заставить ее принять ислам. Но девушка еще с юности отличалась необычайной силой характера и, призывая имя Господа Иисуса Христа себе на помощь, дерзновенно отвечала турку: «Я верую и поклоняюсь Христу моему, и его считаю женихом своим, которого никогда не отвергнусь, если и тысячи мучений мне причините, и на мелкие кусочки тело мое растерзаете». Тогда-то и началось истинное испытание силы веры для блаженной. Ибо, разгоревшись гневом, турки неимоверно жестоко пытали святую, растянув эти мучения на долгие месяцы. А Христова мученица, претерпевая такие страшные страдания, которые могли сломить и самых храбрых мужчин, оставалась мужественной, укрепляемая силою креста и сердечной любовью ко Господу. Не выдержав, турки растерзали по частям тело святой, и таким образом благая Злата, пострадавшая и просиявшая, как золото в плавильной печи, предала святую душу в руки бессмертного своего жениха, приняв двойной венец девства и мученичества. Мученическая кончина ее последовала в 1795 году. «31 октября. День памяти великомученицы Златы Могленской».